Всем привет, мои хорошие, с вами Мэг и Эмили, и сегодня у нас с вами мукбанг с мороженым. У нас здесь 5 штук, и я постараюсь все 5 съесть, если получится, конечно. Я как-то увидела у корейцев подобное видео, я подумала, идея, но правда столько, сколько у них, я съесть не смогу. Вот, но в последнее время я вам могу сказать так, я стала сладкоежкой, я что-то в последнее время много сладкого кушаю. И давайте приступим. У нас, значит, здесь Орео, здесь Альпенгольд, что у нас еще, Киткат, вот это Киткат, это Альпенгольд. Еще вот такое вот интересное мороженое с белым шоколадом и Магнум. С какого же начать? Давайте вот с этого. Какие орешечки прикольные. Я обычно ем одно мороженое или два, не больше. Но я еще заметила, у корейцев, у них они поменьше мороженое. То есть они одним разом могут съесть мороженое все. И вот не такого большого размера. У нас просто меньше не было, я бы купила. Это у нас Альпенгольд. Я буду отвечать на ваши вопросы, которые вы мне задали в моем инстаграме. Первый вопрос звучит так. Как ты относишься к Дому 2? Смотришь ли ты его? Просто на самом деле сейчас так много людей, которые действительно ненавидят Дом 2. Поэтому, наверное, такой вопрос. Я вам могу сказать так. Я смотрю Дом 2, отлично отношусь к нему. Я наоборот не понимаю людей, которые кричат во весь голос, что мы ненавидим Дом 2. А откуда такие рейтинги? Столько людей, которые хаят Дом 2. Получается, что участников 90% зрителей, они просто ненавидят этих участников. Заходишь в комментарии, ты просто в шоке от комментариев. Я лично смотрю Дом 2 и делаю себе выводы, как себя вести нельзя и что делать не стоит. То есть это для меня проект о жизни, и там я вижу настоящие эмоции, чего мы не видим, например, в сериалах. Поэтому я смотрю этот проект и не стыжусь этого абсолютно. Мне кажется, если я доем все до конца, я просто заболею. Но ничего, оно того стоит. Это реально очень вкусно. Давайте дальше белый шоколад. Или какой? Не знаю даже. Может, этот? Давайте этот. Этот побольше, вернее, потолще. Зеленый внутри. Это Магнум. Внутри здесь такой, знаете, как сироп и зеленое мороженое. Что-то интересненькое. Я просто никогда не понимала людей, которые что-то не любят и продолжают, знаете, это делать, да? Тоже связано и с работой. Например, люди ненавидят свою работу, но все равно ходят на нее. Типа у них нету другого выхода. Да нет, есть. Даже если у вас нету образования, можно научиться делать маникюр, педикюр, делать визаж и так далее. Заняться чем-то любимым. Вот то же самое и здесь. Я не понимаю людей, которые так ненавидят Дом 2 и продолжают его смотреть. И всех участников обливают грязью с фейковых аккаунтов в инстаграме. Вот, например, тиктокеры, их все любят. И я, если честно, не понимаю, почему так происходит. Какие-то, ну так скажем, популярные люди всем нравятся, а каких-то ненавидят просто.
Вы просто посмотрите, как это все аппетитно выглядит. Но это мороженое, оно самое сладкое, мне кажется, среди всех, потому что здесь такой сиропчик. Вообще, если честно, у меня в детстве была мечта, что я тоже пойду на Дом 2 и буду такая же популярная. Вот когда мне было, наверное, лет 10, я смотрела Дом 2. Там кто был на проекте тогда? Там Алиана, по-моему, была. Ну, вот эти Кабозовы, семейка была. Обалдеть, как вкусно. Следующий у нас такой вот белый батончик в форме буты. Бута, кто не знает, это символ Азербайджана. Мне кажется, смотрится очень даже аппетитно, классно. И давайте попробуем. Итак, вопрос. В чем суть твоей жизни, для кого и для чего ты живешь? Очень интересный вопрос, и вы знаете, с каждым днем я все больше и больше почему-то задумываюсь о том, для чего мы, вот зачем мы живем. Маму даже настораживают такие, знаете, рассуждения мои. И в какой-то степени она меня не понимает. Но реально мне что-то становится интересно, реально, что после смерти. Здесь внутри такой сладкий сиропчик. Очень вкусно. Я просто так сижу, кушаю, как животное. И забыла совсем про вопросы. Как ты считаешь, если подруга тебе завидует, стоит ли с ней продолжить общение? Может быть, человек вам не завидует, а просто вам подражает. У меня было такое, когда я училась во втором классе, у меня была подруга, и она, ой, господи, она все повторяла за мной. Уже растаял. Он растаял. Я очень извиняюсь, ребята. То есть, возможно, она вообще вам не завидует, она просто подражает вам. А вам кажется, что она повторяет, завидует и так далее. То есть зависть, она есть во всех. Кто-то ее показывает, кто-то нет. У кого-то она белая зависть, у кого-то черная. Вот. Я смотрю, например, на блогеров, у которых, не знаю, по 10 миллионов подписчиков. Сказать, что я им не завидую, ну тоже будет, знаете, нечестно. Потому что я смотрю на них и думаю, вот это звезды.
Для меня реально Влад Бумага. Для меня он звезда. Я считаю, что он круче тех, кто даже в телевизоре. Что же такое? К сожалению, последний у нас здесь уже растаял, потому что уже 15 минут, как я снимаю это видео. Вот. Я, можно сказать, что съела 3 мороженых. Ой, 5. Можно сказать, что я съела 5 мороженых. Спасибо огромное вам, что досмотрели это видео до конца. Мне кажется, это видео получилось не особо разговорным, потому что я прям вся была в еде, так скажем. Но в любом случае, я вас всех очень сильно люблю. С вами была Эмили. Всем пока.